Привет! Я Чарли Чаплин. Я сейчас поиграю вам Туркс и Кайкос гимн. Смойся, мумия. Давай к учителю. Все. Ребята, сегодня я был сегодня в Литве, искал миньонов, ни одного не нашел. Надо будет мне сейчас ездить в Туркс и Кайкос. Может, на этом острове они спрятались? Ах, ну пока я еще думаю, давайте сегодня сыграем в школу. Маленький искатель брата, миньон, в школе миньонов. Как всегда у нас очень много предметов. Как всегда у нас сколько? 8 учеников. Так, и которые будут искать по 5 предметов. Худший получит Хеликоптер. Хеликоптер. И будет лететь в Австралию. Что там делать? Позагореть. Да. Провести бой, боксерский бой с кенгуру. Ха-ха-ха-ха. Ну, а лучший получит сюрприз. Ну что, поехали. О, Изабелл, худшего и лучшего. А, худшего и лучшего будет определять эксперт Маркус. Ну, поехали. Первый. Мамаша. Ну, вот тебе задание, мамаша. Сын, придешь в школу? Да. Мамонта и трубадура, бронзовая статуя. Девочка идет в туалет. Песенка Гены. Ладно, ладно. Мамонт и трубадур. Эм, мамонтенок. Мама. Ты трубадур. Так, дальше. Бронзовая статуя. Вот. Где она? Да вот она, бронзовая статуя. Девочка идет в туалет. Ну, давай. Хоть и неприлично подглядывать, но давай посмотрим. Как она идет в туалет. В туалет идти. Она не знает. О, туалет. Все. Excuse me. A little privacy, please. Все, пошла. Так быстро? Это было очень быстро. Ой, руки помыла. Так, идем дальше. Песенка Гены. Так, дальше. Ладно, ладно. Учитель брат. Друг Чарли Чаплина мучает меня. Друг Чарли Чаплина, минус 1 балл тебе. А мне все нормально? Да, мамаша, ты справилась с заданиями. Жди своего сыночка. Его сынок. Мама, ну как тебе? Ух ты! 6 фигур в лего в ряд. Кашу, цыпленок в домике, песенка Чебурашки. Ух ты! Ха, Хома. Ты трубадур.
Твердый знак подъезд. Э, сыр. Мягкий знак мышь. Шесть фигурок лего в ряд. Вот он. Шесть фигурок лего в ряд. Кашу, кашу. Учитель, брат! Друг Чарли Чаплина меня мучает! Друг Чарли Чаплина, минус 2 балла. Цыпленок в домике, вот он. Домик цыпленка. Песенка Чебурашки. Странной игрушкой безымянной, к которой в магазине никто не подойдет. Ну, молодцы вы, мама и сын. Да, молодцы вы, справились с заданиями. Следующий. Четверка. О, Валера. Что? Я Валера. Я Валера? Нет, ты Денис. Тебе профиль, как у Валеры. Калькулятор, песенка в виде пуха, большой побуренный скважин, музыкальная шкатулка. Валера! В. Волк. Волк. А. Антошка. 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 Эль. Леопольд. Мяу. Так, дальше что у нас? Калькулятор. Вот. Калькулятор. Песенка Винни-Пуха. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает туда. И не сумел трам-парам, на то огонь и утро. Машина по буряной скважине. Внимательнее с машиной. Это ребенок все-таки. Тут дети. Музыкальная шкатулка. О, какая красивенькая. Вау. Вау, все спят. Чувак спит, все спят. Четверка, что ты делаешь? Четверка! Я делаю, что Чарли Чаплин это сделал. Четверка! Тише. Подъем, брат. Что это было? Нас усыпили. Нас усыпили. Что с тобой, чувак? Это Чарли Чаплин, друган. Да, это Чарли Чаплин, а друган был. Да, посмотри. Что? Это не я. Я ничего не делал. О, что там? Купол. Замок под куполом. Еще.
мини-фигурка. Ох ты. Еще. И каска, и лего опять. Да. Еще. Минус 3 балла тебе. Еще, и лопата. И лопата еще. Да я же не виноват, я ничего не делал. Минус 4 балла тебе. За что ты врал. И минус да 1... я не вру. И минус 1 балл для четверки. Да, за то, что уступил нас. Так. Идем дальше. Иксик. Иксик, ну да, иксик. Твои задания. Жаба. Белый дом, веселая елочка, лягушка путешествует в сторону. Жаба. Ж. Жар птица. О. Антошка. Антошка. Опять Антошка. Сколько можно Антошку? Б. Белоснежка. Опять! Надоел мне этот Антошка! Белый дом, вот он. Веселая елочка. Ну, чем она такая веселая? Вау, круто! Ребята, хватит танцевать! Я тоже, мама, хочу! Нет, нельзя во время урока танцевать. У них всех будут минусы. Да, чувак, тебе минус 1. Тебе минус 6. Порзингис минус 1. Икс минус 1. Я же сказал, сынок. Тебе плюс 1, потому что ты послушался маму. Ура, у меня плюс 1. Шш, сынок. Лягушка-путешественница, вот он. Так. Стармастер, вот он. Вау, какой Стармастер. Выключим свет. Покажем? Давай, Иксик, показывай, что это такое Стармастер. Что за штука? О, он светится ночью. Вау, прикольно. Супер. Это как звездочки в небе, да? На потолке были звездочки. А сейчас они разноцветные. Вау, круто. Да, крутой Стармастер. Ладно, Икс справился с заданиями. Так, минус 1 тебе за танцульки. Левший. Порзингис. Ну, на тебе. Коун. Чемодан. Пульт. Девочка, игра, мяч. Вот это здорово. Коун. Каф. Кучка. Эль. Леопольд. Чемодан, вот он. Хорошо, что хоть Антошки не было. Чемодан. Так, чемодан. Пульт. Вот он пульт. Вот он пульт. Девочка играть мяч. О, она умеет мяч играть? Ну, что ей делать? Ого, ну давай посмотрим. Точно, она умеет играть. Она же футболистка, натуральная футболистка. Круто. Так. Вот это здорово. Учитель, брат, опять меня мучил этот, как его, Чарли Чаплина друг. Друган, тебе уже минус 6 баллов. Так, Порзингис, молодец, Порзингис. Молодец, Порзингис. Так, следующий. Дидис Губянка. О, ну на тебе.
Денис. Денис. Губенко. Денис. Скуби-ду. Губенко в ящике. Песенка мышонка. Дай приставку поиграть. Денис. Вот. Это мое слоган. Да, Денис. Кассета Скуби-Ду. Губенко в ящике. Кто его туда засунул? Давай делаем пранк ему. А, что вы делаете? Эй, отпустите меня! О, где? Это не я! Это не я! Это какой-то клоун! Это я! Короче, Денис, тебе минус один балл. И Чарли Чаплин. Тебе минус 7 баллов. За что в Рио? Песенка мышонка. Так, дальше. Дай приставку поиграть. Давай, господи, вообще родим девочку. Может, дашь приставку играть? Учитель, брат! Опять Чарли Чаплин друг меня мучает. Минус 8 баллов тебе. Так, Денис, минус 1 балл. Так. Идем дальше. Руси. Друг Чарли Чаплина. Ну, друган, у тебя я не знаю. 8. Минус 8 уже, шансов нету никаких. Фиона, конец света. Трактор, буренка, Антошка. Опять он? Фиона. Ф, фея. И Иван Царевич. О, облако. Опять Антошка? Антошка! Сколько можно Антошку? Еще раз будет Антошка, получишь минус балл. Конец света, вот он. Трактор, вот и трактор. Ух ты, какой крутой лего-трактор. Буренка. Перестань шуметь, пожалуйста. Мне и так голова болит. Пожалуйста, выключи. Друг Чарли Чаплина. Минус 9 баллов тебе. За то, что меня не слушаешь. Антошка. Что? Опять Антошка. Что ты тут творишь сегодня? Это я нажмал 2. Минус 10 баллов. Короче, сегодня ты получаешь 0. Круглый 0. Понял? Ты? Ну и ладно, подумаешь. Я все расскажу Чарли Чаплину. И последний. И последний у нас. Чувак со спущенными штанами. Ну. Минус 2 балла. Подними штаны давай. Нет, они упали, я не могу. Так. Шрек. Не знаю, на луне 3 раза. Монстр Чувак. Песенка Умки. Медведь под ковом. Шрек. Ша. Шерхан. О. Р. Русалочка.
знаю, когда у меня день рождения. Первый. Не знаю, когда на Луне. Второй. Не знаю, когда на Луне. Третий. Не знаю, когда на Луне. Песенка Умки. Глазки закрываем, все спать идем. Все спят. О, я не сплю, а я иду мучить Машу. Учитель, учитель! Что что случилось? Нас опять мучил этот, как его? Чарли Чаплин. Друг Чарли Чаплина. Друган, у тебя минус 11 баллов. Это значит не просто ноль, это минус ноль. Медведь подкупил, вот ты. А ты ничего не забыл? Monster Truck. Минус 3 балла, только с подсказки ты успел найти молодцы трека. Так. Пришло время закрывать нашу школу. Ну, Маркус, кто получит вертолет? Полетит в Австралию бороться с кенгуру-боксером? Это Чарли Чаплин друг. Ну, я так и знал. Не зря вы мне минусы давали. Ну, я возьму с собой Чаплина, можно? Можно. Ну, все, мы полетели. Так, ну, а кто же сегодня был лучший? Лучший был. Чувак со спущенными штанами Порзингис. Что? У меня минус 3 балла. Нечестно. Нечестно. Вот тебе и вот тебе. Нечестно. Ура, ура, ура. Вообще-то у меня был плюс 1 балл. Я лучший. Эй, постарайтесь. Следующий буду я, чуваком со спущенными штанами. Ужас, ужас. Нечестная школа, нечестно.